Я тогда думал, как-то я себя представлял художником во всех смыслах. И 80-й год. Как трудно быть художником среди асфальта серого, то черного дождика, то стылого и белого, среди домов, казенных слов и незнакомых встречных лиц, и снежных нитей проводов, и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц. И каждый день в троллейбусе, в бреду волнений прожитых, разгадываю ребусы на стеклах замороженных, на стеклах и на памяти, из правды, из чьей-то лжи и на душевной замети, и на душевной замети, и на холсте с названием «Жизнь». Как трудно быть художником, не спать в ненастье за стеной, а плыть под шепот дождика над черной жуткой глубиной. Запомнить, как шумит гроза, и даже капли пережить. И ведь нельзя закрыть глаза, и ведь нельзя закрыть глаза, и вдруг художникам